Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на канале очередная распаковка посылочки из Китая. Посылочка к нам приехала приблизительно за месяц Укрпочтой. Распечатываем посылочку. И к нам приехали вот такие вот пятиканальные звуковые карточки. Данная звуковая карточка имеет удлинитель, так можно сказать, выход на наушнички и микрофон, и больше мы здесь не видим никаких индикаторов. Данная звуковая карта служит для того, для подключения внешних звуковых устройств к вашему компьютеру, если же у вас произошли какие-то проблемы с встроенной звуковой картой. Довольно-таки неплохое качество, очень хороший звук дает, даже по сравнению со встроенной звуковой картой. Что примечательно, преимущество данной звуковой карты, ее можно подключать также и к Android приставкам для того, чтобы вывести звук, например, на старый телевизор. С смартбоксов тоже работает данное устройство, выдает звук. Заказываю я у этого продавца впервые такую звуковую карту, ну, именно такого образца. Еще эти звуковые карты существуют вот такого вот плана, в виде такой вот флешечки. Это тоже, в принципе, неплохой звук. 3D Sound, тоже пятиканальная звуковая карта. И также есть 7-канальные звуковые карты. Вот так вот выглядят. Преимущество данной звуковой карточки в том, что здесь на корпусе есть клавиши регулировки громкости плюс-минус. Также есть индикация работы. И есть кнопочки для выключения и включения, соответственно, микрофона и звука. Также можем видеть выходы. Здесь, кстати, тоже есть световая индикация. Карта моргает при работе. Как можем видеть здесь, индикации никакой нет. Но, как сам факт, преимущество данной звуковой карточки в том, что можно вставить в порт USB. Соответственно, видите, да, разница. Здесь тонкий вход, соответственно, можно рядом в порт вставить еще какое-то устройство. Будет освобождаться второй порт USB. Вот такие вот, ребятки, звуковые карты. Кстати, драйвера на данные звуковые карты устанавливаются автоматически. Начиная, проверял на Windows 7, 8, на 10-очке, тоже вообще без проблем, буквально считанные секунды. На XP тоже устанавливается как звуковое устройство, но немножко дольше. Ссылочка на данный товар будет в описании. Довольно-таки неплохой девайсик, быстро дошел в Украину. Еще хочу заметить, что по сути у них внутри всех находится одинаковая плата, но имеется разный внешний вид, соответственно, цена. Все ссылочки на данные товары будут в описании. Кому как удобнее, конечно же, есть преимущество в такой карте, потому что ее можно вывести, где-то спрятать немножко, потому что длина позволяет. Еще хочу заметить, что звук действительно неплохой, потому что через наушники бас отличный. Звук передается хорошо. Микрофон на данной звуковой карте я пока что не тестировал. Но надеюсь, будет все работать отлично. Всем спасибо, ребятки, за внимание. Советую вам покупать только качественный товар. Подписывайтесь на канал. И пока-пока.